Активность – главное лекарство от старости. В этом абсолютно уверены сотрудники Щелковского центра социального обслуживания населения. Именно для того, чтобы пожилые люди могли восстановить свои силы, социальные работники предложили реализовать специальную программу вовлечения граждан пожилого возраста в туристические поездки как способ продления активного долголетия. Ее они презентовали в районном культурном комплексе. Таким образом, инициаторы программы хотят разнообразить социальную жизнь пожилых людей и помочь им справиться с депрессией, которая очень часто преследует тех, кто вышел на пенсию. Центр уже имеет достаточный опыт в организации бесплатных экскурсий для пожилых людей по Щелковскому району. Но сейчас, по мнению социальных работников, пришло время проводить интересные экскурсионные поездки по всей Московской области. А для этого требуется современный и комфортабельный транспорт. Для реализации этой задачи сотрудники Щелковского центра социального обслуживания населения обратились за помощью к депутату Московской областной думы Владимиру Шапкину, и тот не смог остаться в стороне. Действительно, сейчас находится уже на выходе и объявлен конкурс на получение высококомфортабельного автомобиля, микроавтобуса. Для того, чтобы вы не заказывали в администрации, не ждали, там будет, не будет, потому что это плановая работа, а использовали свой вот такой транспорт. Депутат пообещал, что в ближайшее время работы по закупке будут завершены, и пенсионеры смогут отправиться в новое путешествие уже на новом автобусе.